Всем привет, друзья! Ужин. На ужин сварился картофана и тут килька в томатном соусе. Что у меня есть? Осталось. Вот васаби, да? Васаби это называется? По-моему, хрень-то. С ролл осталось. Думаю, ее... намажу на хлебушек. Чё? Васаби? Угу. Не, как-то не звучит. Вот с горчичкой лучше. А она не намазывается. Проще так ее. Для вкусу и аромату. У меня сегодня васаби. Так давно не ел кильку в томатном соусе. Это обычно все шпроты. Она уже не острая. Уже высохла. Вся. Уже не такая. Уже не такая ядреная, как была, когда ее только принесли. А я вот подстригся. Осмотрел свою шикарную шевелюру. Мне пора уж подстригаться было, потому что волосы почти до плеч уже. Так что подстригся, помылся. Надо поесть. Как хорошо на выходном, просто после пятидневки. Это вообще еще неделю. Причем прошло 3 недели. Первая неделя как-то пролетела махом. Вторая таксия. Третья вот эта, которая закончилась, что-то тянулось так вообще. Четвертая неделя, наверное, вообще покажется. Для меня август месяц какой-то бесконечный просто. Кажется. Предыдущие месяца как-то летели. Как там, 2 через 2. Махом. А тут просто тянется. Друзья, кто хочет поддержать мой канал, ссылочки в описании. Продолжаем дальше. Просто обалденно.
Мне кажется, картофан со всеми консервами заходит на ура просто. С любой рыбой, там, с тушенкой, ну и все вкусно, конечно. Бутербродики с клейкой тоже ничего такие. Собираем остатки, потому что остатки всегда сладкие, да. Фу, наелся. Килька просто супер. Ну такой был ужин. Я считаю, что был просто на высоте.